Всем привет! Вы на канале Деревенская жизнь Сибири. У нас так холодно и пасмурно. Такое ощущение, как будто только вот-вот сейчас снег выпадет. Но все, скорее так оно и будет. Последние осенние цветочки. Пошли. Пошли домой. Теся. Теша. Пошли домой. Ну, пошли. О, начинается. Ой, на улице холодно. Снег точно выпадет. Ну, ладно, я сделала дела маленькое в огороде. Довершила. Пойдем дальше делать. Как-то так. Ну вот. Я и сделала, сварила лакомку. Салат, специи, помидоры. Чеснок идет.
Горький перец, сахар, соль и масло. Очень вкусный салат на зиму. Вот с 1,5 килограмма у меня перцев вышло вот 2,5 литра. И вот еще для пробы осталось. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, переходите на Дзен по ссылке в описании. Подписывайтесь на Дзене.